Это кузнечные тиски с клиновым замком. Это не мое изобретение. Мне про него, про них рассказал очень хороший человек. К сожалению, у него их сделать самому не было времени, да и особой надобности. А мне они очень пригодились. Вот то, что я их использую для того, чтобы зажимать оправки. Вообще, это достаточно удобно и быстро делать, ну, двумя руками. Вот. Для того, чтобы сменить оправку, надо всего лишь ударить по клину снизу. Она вынимается легко. Также можно зажимать нагретые в горне заготовки. В отличие от обычных тисков, зажим происходит очень быстро, и заготовка не успевает остыть.